Всем привет, с вами Саша. Сегодня мы снимаем уже третью часть, как мы делаем свою игру шутер. Сегодня в прошлой серии мы, короче, сделали, чтобы на Space создавалась новая... Где это у нас? Так, я что-то не могу найти. А, так, блин, фу-то это вот тут у нас. Во. Взяли появление новой пульки. Нам это все надо передать, конечно же. Event. PL Bullet Screen. PL Bullet Screen. Надо раньше плеера, конечно же, это делать. Это тут и сделаем. Bullets. Так, что там надо? For I in bullets точка sprites. I точка draw bullet. Draw bullet. Проверяем. Тут у нас все не работает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, если мы это... У нас пробел. Мы нажимаем пробел, у нас ничего не работает. New bullet. Сейчас, подождите. Так, я тут, а? Ой, я вот так. Да лучше я тут посмотрел. Надо перед тем, как это вызывать, надо bullets.update. Update вызывать. И нам надо не только draw bullet, ну и i.update. У нас же тут это есть, update. И игрока мы должны туда еще передать. Draw bullet, мы там ничего не должны передавать. Так, он у нас еще это позже самом буллете или где? Во. Давайте топ right, если он так хочет. Опа-на! Bullet.update. Где-то мы не вписали. Ну, проверяем. Тут, что ли? Тут, может? Пэл, мы пропустили. Но... О! Видели? Как оно? О! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что такое? Там прям гора! А почему оно только перемещается? Похоже, я понял, почему именно так. Мы потому что тут пописали, если это. Давайте напишем MM, пусть это будет MM. ME. ME. Да откуда? MQ. Пусть будет MQ. MQ. MQ.
MQ. И уже MQ мы будем делать. L.MQWrite равняется true. L.MQLeft равняется true. L.MQ up равняется true. И тут L.MQ down равняется true. Мы это в игроке, конечно же, пропишем это все. Ой-ой-ой, извините. Тик-тик-тик, MQ. Ну, теперь проверим. О! Так, надо... Что я не понимаю, почему ничего не работает? Почему я, когда иду вперед, именно когда я иду вперед, на работу никогда я иду налево, никогда, а именно когда иду... Почему это так сложно, что ничего, почему ничего не работает? Фолс. Нам надо сначала походить вправо, влево, вверх, вниз. Это все станет true. Но нам этого не надо. Нам надо понимать, какое изображение. Будет скрипт. Да. Если бы я сделал self.rect.center(x) плюс равно 1, то вы бы заметили, то, что все бы работало, чики-пуки. То есть вот, да. Даже тут я как-то облажался. Ох. Да, шутер нам не по зубам. К сожалению, мы не смогли сделать шутер. Я не знаю, как что делать, так что извините то, что я все заделал, который не смог. Так что получилось так. Ладно. Пишите в комменты, опять же, какую идею можно еще взять. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!